Привет, маленькие и не маленькие танкисты. Я играю в Вот Блиц. Уже более 5 лет. У меня прокачаны все ветки. Есть почти все премиумные и коллекционные танки. Я не предлагаю вам для набора подписчиков, золота, танков, пропусков и прочего. Все равно, те, кто вам это предлагает, ничего вам не дадут. Однако про игру в Вот Блиц я могу много интересного вам показать и рассказать. Подписывайтесь на мой канал. Учитесь побеждать в боях. В период санкций, для того чтобы сохранить свои видеофайлы, мне пришлось открыть канал на Яндекс.Дзен, лучше бы вам тоже, на всякий случай, на него подписаться. Операция Arcade Arena проводилась в июне. В этом месяце было день рождения Вот Блиц 8 лет. Подарки все получили от выслуги лет. О, это ты! Мы рады видеть тебя! Пришел поиграть в любимую игру? По случаю дня рождения World of Tanks Blitz мы приготовили аркадную арену. Здесь тебя ждет 4 новых камуфляжа и уникальный аркадный танк. Проходи 60 уровней операции! Операция Arcade Arena закончилась. Это последний бой на тяжелом танке 60 типа Левандовского. Выполнял последнюю задачу провести 77 боев на немецких или европейских танках. Бой начинается.
Это последний бой из 77 боев на немецких или европейских танках. В этом месяце все закончил. Как ты еще не подписался на канал? Жми эту кнопку и до встречи в следующем выпуске! Хотите каждую неделю получать награды за прохождение прогресса клана? Тогда вступайте в кланы, где это будет возможным. Выполните только одно условие. Вы должны активно играть и будете получать все награды. Надеюсь, видео было вам полезным. Пока, маленькие и не маленькие танкисты.